В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции Томской и Оренбургской областей установлен подозреваемый в мошеннических действиях. Ранее судимый за аналогичное преступление житель села Кожевниково. По версии следствия, подозреваемый, не имея в наличии радиооборудования, разместил объявление о его продаже на одном из интернет-сайтов. Оборудованием заинтересовался житель Оренбургской области. Во время телефонного разговора подозреваемый уверил покупателя в наличии товара и убедил перевести деньги на банковскую карту. Посылку подозреваемый действительно отправил, чтобы потерпевший смог отследить путь покупки. Однако туда Томич положил не радиооборудование, а конфеты. Общая сумма ущерба составила более 190 тысяч рублей. Сотрудниками следственного подразделения МВД России по Кожевниковскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.